Картина относится к серии «Героическая поэма «Варвары», входящей в туркестанскую серию, повествующую о гибели русского отряда в степях Туркестана. Особенностью цикла «Варвары» является нехарактерное для военного художника описание событий от лица противника, за что Василия Верещагина многие критиковали. Комментируя данный сюжет в каталоге персональной выставки, художник упоминал о варварском обычае восточных воинов отрубать головы павшего неприятеля для предоставления их начальству. Их складывали в седельные сумки и привозили на оценку эмиру. Сцена происходит в Самарканде, во дворце бухарских эмиров, в самой торжественной его части – тронном зале. До XVI века дворец принадлежал воинственной династии Тимуридов и, по легенде, носил название Кокташ, соответствующее названию трона Тамерлана. Обходную галерею тронного зала обрамляют восточные колонны – оры, украшенные филигранной резьбой по дереву. На заднем плане виднеется главная реликвия Творца – трон Кокташ, помнящий еще грозного Тамерлана. В такой торжественной обстановке трофеи, отрубленные головы русских солдат, представляют восточным вершителем судеб, наряженным в честь выигранного сражения в богатые шелковые халаты и белые праздничные челмы. Выступивший вперед знатный бухарец придирчиво ведет трофеям счет. После такого смотра эмир, по воспоминаниям Верещагина, обычно назначал день благодарения, когда отрубленные головы выставлялись на шестах на всеобщее обозрение, а победители прилюдно получали награды, как правило, состоящие из дорогих халатов и тканей. Произведение торжествует, так повелевает Бог. По хронологии следует за картиной, представляют трофеи и описывает как раз дальнейшее развитие событий. Полотно, представляет трофеи, было написано художником в Мюнхене. Оно создавалось под впечатлением от осады Самаркандской крепости, в стенах которой в июне 1868 года Верещагин провел 6 дней в числе небольшого русского гарнизона, отражая нападение войска шахрисябцев. Ужасны были тела тех нескольких солдат, которые взорвались и головы которых были глубоко вырезаны из плеч, чтобы ничего, вероятно, не потерять из доставшегося трофея. Солдаты кучкой стояли кругом этих тел и решали, кто бы это мог быть, Сидоров или Федоров, вспоминал художник. Верещагин, прошедший сквозь все ужасы войны, писал, что представлял зрителям подобные страшные сцены совсем не из-за платонической любви к крови. Таким образом, он хотел оградить от войн будущие поколения. Художник раскрылся в этом полотне как прекрасный рисовальщик и живописец, математически точно передав перспективу дворца, причудливый орнамент колонн и пестрые цвета тканей и катов, из которых сотканы халаты. Но основной посыл его картины о войне – серьезной философии мира. Недаром современники называли его, вслед за Львом Толстым, апостолом мира.